Они живы, пока мы их помним. До родительского дня осталось около 2 месяцев. На городских кладбищах сейчас кипит работа. Работники предприятия «Мубзабота» собирают мусор, обрезают деревья, следят за порядком, благоустраивают территорию. А вот привести в порядок могилы – долг тех, чьи близкие там покоятся. Однако не все спешат его выполнить. Мы не должны забывать свои прошлых. Мы не должны забывать своих любимых людей, матери, отца, сестры, брата. Но я считаю, что это святое. Если мы не будем помнить их, наших близких, ну, нам крош цена. Сегодняшний день, на сегодня, 65-70% не убраны. Просьба всем жителям, пожалуйста, давайте выходим вместе, наводим порядок кладбища. Ведь это у нас святое место. Для тех, кто по каким-либо причинам не успевает привести в порядок захоронение близких, предприятие «Забота» предлагает свои услуги. За невысокую плату специальная бригада убирает места захоронений. Сегодня, смотрю, в городе делается очень много делается работа. И хотелось и город, и район повернулись лицом. Хотят, чтобы навести порядок кладбища. Да, они нам помогают финансами, но бюджет не резиновый. Я прошу, если что-то случилось, в первую очередь, пожалуйста, позвоните. Первое, что мы поможем вам, всегда подскажем, поможем, расскажем. И второе, то деньги, которые поступают у нас в кассе, мы эти деньги, с этими деньгами мы будем держать рабочих, которыми мы будем заниматься благоустройством. Это не пойдет никуда, к какому-то чужому карману, а это пойдет на благоустройство наших кладбища. Также директор предприятия напоминает, для складирования мусора есть специальные места. Бросать его на соседнее захоронение запрещено, да и не по-христиански это. Вовремя уборки, просьба, чтобы не у себя, собирая свою могилу, не бросали соседнюю могилу. Выносите мусор в доступные места, где может машина подъехать, погрузить и вывезти. А также нужно помнить, что на кладбище нельзя злоупотреблять спиртными напитками. Поминальные обеды должны проходить дома. В самый разгар работ «Мубзабота» проводит дополнительный набор сотрудников для уборки и облагораживания территории. У нас есть вакантные места по госорам, по рабочим. Так что у нас есть места для работы. Сегодня крымские кладбища смотрятся убого. Многие могилы позабыты и заброшены. Но ведь у каждого, кто здесь лежит, есть родные и близкие, кому они когда-то дали жизнь и помогли встать на ноги. Они ушли в мир иной, но в памяти остались навечно. И снова хочется напомнить, что души их живы, пока мы их помним. Юлия Алберова, Владимир Попов, Новости 24, Крымск.